Я вам почитаю разные мелочи, хорошо? Сначала фраза. Вы заметили, что на скользком крыльце количество интеллигентных людей резко сокращается? Попробуйте хоть один день всем говорить правду, и уже к вечеру вы будете одинокий, безработный, проклятый и покинутый инвалид, лежащий в реанимации. Милые дамы, помните, если блузку не застегивают на три верхних пуговицы, то лицо можно не красить совсем. Деньги портят мужчину, поэтому рядом с ним всегда должна быть женщина для снятия порчи. У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его стали бояться даже волки. На день рождения кто-то принес семечки. До выпивки дело так и не дошло. Надпись на асфальте «Я люблю твою жену» возбудила всю девятиэтажку. Провели ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал. Мужчину поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной вырубки леса. Сегодня жена примерила весь свой летний гардероб. Налезли только бусы, и то на руку. Пьяная учительница биологии целый урок рассказывала, какие пестики козлы. Женское откровение. Мой муж пришел с работы. Я открыл дверь в черном шелковом белье, сексуальных чулках и маске. Он посмотрел на меня и сказал: «Есть что пожрать, Бэтмен?» Решил заняться бегом, пробежал 500 метров, обратно приехал на такси. На отдыхе в Сочи девушка мечтала поплавать с дельфинами, но получалось только с армянами. Пасечник понял, что жена нашла заначку, когда увидел жену с опухшим лицом, но в новом платье. В магазине ковров. Покупатель: «Дайте мне один ковер». Продавец: «А чего вы такой мрачный? Будете в него в труп заворачивать?» Покупатель: «Два ковра». Женщина как граната, безопасна пока с кольцом. А мужчина как танк: куда пушка смотрит, туда и башня едет. Разговор: «Зря ты отказываешься, пельмени-то вкусные». «Ну, пельмени-то, может, и вкусные, но нормальные люди берут с собой в кино попкорн». Совет женщинам. Единственный способ не жрать после 6 – сожрать все до 6. Ну и последнее. Как медицинский кабинет, так только в бахилах. А как вызываешь врача на дом, так в грязных ботинках по ковру и руки не моют.